continue to A1A. Beachfront Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all. The dope fiends, if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Реалити-проект «Звездочки экрана» — это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чад на абсолютно новый уровень — уровень высоты и таланта стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом M-Television, пришли участники в возрасте от 4 до 12 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Однако до финала проекта дойдут лишь 10 претендентов, по мнению членов жюри, а победителя определят зрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала M-Television. Ой, а какая самая лучшая обувь на свете? Спросите вы или спросят у нас дети? Давайте узнаем у них. Какая любимая обувь? Кроссовки. Кеды. Сапоги. Ну, может быть, туфельки? Туфли. Ого! Магазин детской обуви «Божья коровка». Генеральный партнер программы «Баштел». Вокальная школа при театре-студии «Айдар». Центр танцевального искусства «Е-Дэнс». Студия рисования песком «Солнечный дом». Художник Руашани Батридинова. Модельное агентство «Премьера». Образовательный центр «ЕС». Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды «Божья коровка». Ресторанный комплекс «Альпенхоф». Уфимский аквапарк. Семейный ресторан «Вкусляндия». Детская обувь – товар недолговечный, но очень нужный. А знаете ли вы, что неправильно подобранная обувь может серьезно навредить здоровью вашего малыша? При неправильной постановке стопы ноги часто иногда у детей и чаще всего бывают заваливаются внутрь. То есть, когда они заваливаются, смещаются суставы. Сустав касаемо вот именно нижней части. Если он смещается, то вот получается вес тела ложится не на стопу, а ложится именно на этот сустав. Деформируются и в дальнейшем и тазобедренные суставы, и начинает, конечно, перекашиваться позвоночник. От разнообразия детской обуви на полках магазинов разбегаются глаза. Но не спешите гнаться за модой, ведь главное требование для обуви не внешний вид, а качество. Выбирайте обувь из натуральных материалов, которые адаптируются к анатомической форме ноги. Это выделанная кожа и водонепроницаемая текстиль. Не забудьте присмотреться и к подошве. Подошва должна быть, конечно же, твердой, и ни в коем случае она не должна гнуться, поскольку как бы при правильной постановке ноги стопа должна становиться ровно. Ни в коем случае она не становится ни на пятку, когда ребенок привыкает ходить, ни на нос.
вы не проходите в следующий этап. Позанимайтесь еще в вокальной школе на звездочках экрана. Здравствуйте, я приветствую всех зрителей телеканала M-Television на проекте «Звездочки экрана». Меня зовут Каримова Юлия Алексеевна, я педагог по эстрадному вокалу и сценическому мастерству. Мы начинаем наше занятие. Буква И пошла. Сами без меня. А нотка номер один как у нас называется? До. Нотка номер два? Ре. Нотка номер три? Значит, как у нас будет это петься, если мы возьмем за основу ноты? До, ре, ми. Молодцы. Давайте пропоем нотками. И. До, ре, ми, ре, до. Хорошо. Теперь, нет, все-все, закончили упражнение. А теперь представим, что мы играем на маракасах. Взяли воображаемые маракасы. Два. И раз, и 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 два. Хорошо, молодцы. Все, ребят. Ясмин, ты уже столько на проекте, а я до сих пор не знаю, какие твои заключительные таланты. Расскажи, что ты умеешь делать? Я умею петь. Петь? Петь. Прям слова песен помнишь? Ну тогда спой нам что-нибудь. Я не искала будто минуты, чтобы побыть как раньше вдвоем. Перебила гору нашей посуды, на свадьбу дарили ее. Привет, меня зовут Ясмин Байбурина. Я учусь в 141-й школе во втором классе. Люблю танцевать, петь и плавать. Я хочу стать ветеринаром. Сделали ручки вот такие вот расслабленные. И вот так вот мы танцуем. Вот так вот мы танцуем. А потом правая ручка встречается с левой ногой и наоборот. И раз, и два, и раз, а потом ножки, носочки, пяточки, носочки, пяточки, пяточки, носочки, пяточки, носочки. Приготовились, я вам включаю, а вы танцуете. Давайте, давайте, давайте. А теперь ножки, ручки крест-накрест встречаются. Раз, два, раз, два, раз. А теперь носочки, носочки. Пятки, носочки, обратно. Пятки, носочки, пятки, носочки, носочки, пятки, носочки, обратно. Пятки, носочки. И снова танцуем. А теперь сами поехали. Молодцы. И закончили. Все ребята сегодня позанимались от души, все веселились, всем было здорово, все креативили и уже начали творить свои собственные номера, эстрадные номера. Я думаю, что из этих ребят получится вполне гармоничные, хорошо сформированные, разносторонне одаренные дети. В общем-то, наше занятие и направлено на то, чтобы раскрыть их внутренний творческий потенциал. Я прощаюсь с ними и с вами. До новых встреч, друзья! Частушки, ребят! А теперь парами! Парами поехали. И раз, два, три, четыре. Хлоп, поменялись. Хлоп, поменялись. Хлоп, поменялись. И вот так, ребят. А теперь снова парами поехали. Хлоп. Молодец. Хлоп. Хлоп, молодец. Все, закончили. А теперь по кругу пошли. По кругу, поехали. Молодцы, стоп, сели по своим местам, молодцы, хорошо поработали. Раз, два, три, вот так! Молодец!
Генеральный партнер программы «Баштел». Вокальная школа при театре-студии «Айдар». Центр танцевального искусства «Е-Дэнс». Студия рисования песком «Солнечный дом». Художник Руашани Батридинова. Модельное агентство «Премьера». Образовательный центр «ЕС». Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды «Божья коровка». Ресторанный комплекс «Альпенхоф». Уфимский аквапарк. Семейный ресторан «Вкусляндия».